Друзья, всем привет! Сейчас буду кушать клубничный пирог с чаем. Чаек буду пить. Есть вот такой вот пирог. Камера что-то плохо фокусируется, зараза. О, сейчас нормально. Такой, видите, он аппетитный, красивый. Так, идем далее. Вот так он выглядит сверху. Там прям кусочки малины, клубники. Прям, видите, весь переливается. Видите, прям вот видны кусочки малины там. Малиново-клубничный пирог. В общем, друзья, вам приятного аппетита. На, Саш, Женя, иди выбирай свои. Друзья, я раздетый, извините меня, но просто очень душно в комнате. Ладно, жара стоит невыносимая. Развалился. У тебя есть провод к этому? Очень жарко, поэтому я снял футболку. Вот с водкой Саша, потому что он целый получился, а этот тут отвалился, а там отвалился. Жесть. Гриша уже свой есть. Стаканчик. Ну, возьми. Все? Да. Поставь на нормальное место. Там, да, ночью. Ну, пока там тебя фотка. Все, наливай себе, Женя, закипел. Ну, ты мог, а есть нормально. Не, ну камера прям не очень. Не, ну вот эти вот нормально. Очень сложно рассмеяться без этого, без всякого повода. Еще когда на тебя смотрят несколько человек. Ты можешь вот без повода рассмеяться. А у тебя может это, у тебя пленка. Расхохотаться. Я не могу. Ну, рассмеялся. Ты пленку снял отсюда. Я плохо рассмеялся. Даже заляпанный. Так. Вот так, да. Как дурак. А он показал хорошо, да? Я себя накручивал вот так, и так, и так, блин. Не, ну у таких профессиональных актеров, у них есть же какие-то приемы, они знают, как это. А он тебе заляпан. Я, ну как ты, блин. А ты должен себя так накрутить. Не, ну так для этого нормально. Не, вот четко. Ну, а может мне сегодня поехать? Да? Цвета видишь. Не, так четко, по четкости хорошо, а цвета не видно. Ну смотри. В принципе, у меня дел-то никаких нету. Документов пока не надо никакие оформлять, да? Ну, а дай-ка ты свой. Что это? У меня нету этого HDR. А-а-а. А у тебя есть, да? Сейчас включу. Не, ну конечно. Небо и земля. Подожди. Ну, мне кажется, тут HDR, оно не только в цветах, оно будет, будет в этом, в четкости. Будет просто хуже четкости все. А цвета, наверное, те же будут. Ну да, не размыто. Ну да, да. И ну все равно будет цвета, как они такие яркие. Ну да, у тебя яркость. Может, все тебя настроить нужно там. У тебя, может, стандартные настройки стоят, а ты сделай пользовательские. Сделай лучше себе настройки. Ну, по-любому, да. Они же делают стандартные, а стандартные это фуфло все. Дело нормально. Поярче подкрути.
Что ты не наливаешь себе чай? Он закипел. И что он сказал, туда пойдет ночевать? Да? Чайник закипел, да? А? Да, я же тебе говорю, я тебе налила, потому что не хватило. А чего, отец его достает? Ага. Да? А что он мне говорит? Ну что там, как там, котенок? Нормально. Не ухает? Нет. Котенок. Так а что с ним случилось? Он упал в яму. И что? А он маленький, достать его никто не мог. Больше Женя четыре. Взял лом, отбил. Прям лом взял? Доски, лом, прям доски. Он отбил? Отбил с доски, открыл там окно. Весь как черт пошел грязно. Почему? Нет, да ты с чертями не шути. Да это уже второй котенок, да, мало что-то. Ну первого я спасал, там еще тяжелее было. Ну, там вообще труба. Че, вот где отца пруд была? А, ты не была на даче, да? Аж в трубу залазил. Там я не была на даче, я что, не знаю, где пруд. Ну пруд, где, видел? А это не я делал этот пруд. Нет, тебя уже не было тогда. Здравствуйте. Была? Конечно, Катя маленькая, что туда упала. Это сейчас. Ты договаривался с экскаваторщиком? Ну, да? Кто? Он говорит, он. Да ладно, он уже так долго это пруд, что ли? Конечно, пруд с самого начала. А ты спроси, сколько он мне устраивал скандалов, что не так этот экскаваторщик вырыл. Да? Да. С Масаэра пришел этот товарищ, а его там еще не было. Мужик, как всегда, опаздывает. Что говорить, не хочу ничего говорить.